Hetman Analyzer – программа для восстановления удаленных файлов от компании Hetman Software. Hetman Analyzer восстановит файлы, утерянные после очистки корзины или удаленные без ее использования. Программа с легкостью восстановит файлы, утерянные после случайной перезаписи во время копирования файлов, сбоя программного или аппаратного обеспечения, вирусной атаки. Для начала работы кликните на диск, с которого были удалены файлы. Вы можете выбрать не только логический раздел, но и физический носитель информации для поиска файлов. Нормальное сканирование позволяет восстановить данные, используя информацию из файловой таблицы FAT или NTFS. Программа восстановит название файлов, структуру каталогов, даты редактирования, создания. Во время глубокого анализа утилита восстанавливает файлы по их содержимому. Укажите способ анализа и нажмите «Далее». После окончания сканирования программа построит структуру каталогов диска. Удаленные файлы и папки помечены красным крестиком и размещены на том самом месте, откуда были удалены. Вы можете выделить и просмотреть содержимое удаленного файла перед восстановлением. Для сохранения файлов выделите их и нажмите кнопку «Восстановить». Программа позволяет сохранить файлы на жесткий диск, записать на CD-DVD-носитель, создать виртуальный ICO-образ или выгрузить на удаленный сервер по FTP-протоколу. Не сохраняйте файлы на тот диск, с которого они восстанавливаются. Это может привести к перезаписи информации. Программа скрывает всю сложность и кропотливость процесса восстановления данных с помощью пошагового мастера. Для работы с битыми дисками необходимо свести к минимуму количество чтений с диска. Hetman Analyzer позволяет создать виртуальный образ носителя, содержащего утерянную информацию, и продолжить безопасное восстановление данных с образа. Вы можете провести поиск по списку удаленных файлов, а также просмотреть содержимое файла в Hex-редакторе или использовать функцию предварительного просмотра. Скачайте программу Hetman Analyzer с сайта hetmanrecovery.com и восстановите удаленные файлы прямо сейчас.